Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Game Life Tactical. И мы продолжаем проходить игру Far Cry 4. И сейчас мы захватим аванпост. Вот этот смешной аванпост. По пути в, собственно, на задание Золотого пути. Да. Ого. Чичь колотить. Много. Может, вообще все расхерачим тут к чертям? Да нет. Заминируем. Я думаю, в принципе... Здоровяка зарежь. Да. Надеюсь, к нему никто не ходит. Именно в голову так. Лопс. Это еще минометчик. Ой, тьфу, блин, огнеметчик. Опа. Он на крыше вот этот? А, он снизу, да, сидит? Да. Да, так. В грязь не вступи. Еще один. Кстати, мы огнеметом не пользовались в этой игре еще. Да мне кажется, он не очень... Новенький. Хороший. Так, нам теперь надо, наверное, обойти. Потому что тут как-то не очень удобно действовать. Вот снайпера снять, отключить. Я боюсь, что сигналку. Его увидят просто, как я. Когда начну его бить. Давай, применяй тактические средства, такие как кусок мяса. Хм. Так, а сигналка тут одна, что ли? Две. А нет, две, вон. Сейчас посмотрим, может мы увидим. Не, нифига мы не увидим. Так, где этот мужик? А давай залазь наверх уже. Того уже прирежешь, мне кажется, что никто не заметит. Най-най-най-най-най. Заодно. Порядок. Зайди вот в здание оттуда. Вот. Так. Ну видишь, эти тут на уровне ходят. Ага. Это только можно вот этого... Да, пусть идет сюда. Но пусть идет один. Вот туда в уголочек. Сейчас, сейчас, сейчас. Снайпера не сильно охотно. Можно, конечно, выпустить. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Во. По-моему, не выпустил. Да какого черта? Вот это печально. Тихо, не увидели. Он снайпер, иди снайпера ликвидируй. Ты. Ой. Еще подумал, главное, чтобы ты не нажал. Вот стервятники попируют. Ну куда ж ты? Эй, пукай! Иду за тобой! Все. Готов. Ну вот. Наконец-то получилось так, как хотелось захватить аванпост. Как видите, даже когда начинается паника... Главное, если... индикатор, чтобы... Да. Если вас не заметили, то вполне даже достаточно просто можно захватить его. Да. Главное, иметь под рукой C4 и мину. Ну, а если заметили, то миномет наш. Ну, все. Да. Так, это срываем. Я думаю, что сейчас стоит посетить уже магазин. Поскольку у нас нет бронежилета. А он нам нужен. Да, сейчас будет задание Золотого пути, а там вполне возможно
приключение. Нам он пригодится. Ух, сколько оружия. О, еще какой-то миномет или что-то. Так, давайте посмотрим, что мы можем продать. Тут фигурки всякие, пластиковые слоны, очки. Пейджер. Флешка. Медаль. Так. Барс нам вроде не нужен уже. А продавай. Найдем, если что. Ну да. Северный керат, он такой северный. Фотообъектив был? Да. Могли бы менять. Ну да. Так, есть. Теперь мы, пожалуй, пополним боезапас. А вот сейчас надо провести ревизию. Я видел, где-то был гранатомет. А, нам они еще похожи... Это вот не вот этот, РГА-87. Не вижу. Низ. А, РПГ вот этот? Нет, нет, вот. РГА-87. Вот этот, ДМ. Или, ну да. Купить 135 тысяч, но... Где наш? Он в пистолетах. Стоит ли его покупать? Вот я о чем. Гарпун? Ура! Гарпун? Гарпун! Че, куда? Ну, знаешь, как бы минометом мы пользуемся постоянно, да, практически. Пулеметом меньше пользуемся. Ну да, в последнее время. Ну попробуем, а там посмотрим. Да. Что это? Что он нам даст вообще? Это гарпун. Я хочу на это взглянуть. О боже. Девочка, иди сюда. О, я думаю, неплохо бы обыскать. Так, где наша карта? Ну что, куда отправимся? На Золотого Пути или Лонгина? Давай Золотой Путь. Окей. И это находится вот с той... Где это находится? Вот с этой стороны. Да, вон, 400 метров. Я думаю... Гарпун нам поможет туда добраться. Да. Можно попробовать долететь. Ну, хотя бы вот сюда. О, сейчас давай события кармы гарпуном сделаем. Блин. Блин. Сейчас мост снесешь. Шумит. Вот это пушка. Отлично вообще. Если бы не ты, не ты, не ты. Интересно, здоровяков можно с него снимать? Кстати, было бы неплохо, да, если бы у гарпуна веревка была какая-то, ну, да, притягивать было бы, их. Да. Это было бы, наверное, интересно. Тут развлекуха. Не с ней! У нас уже есть снапа. Я очень рад. Ну чё? Не, ну это... Помочь? О, ну что, пробуем? Давай. Один выстрел. Да ёлки-палки, что ж он пригибается? Интересно, гарпуны собер... Да, смотрите-ка. Попал в задницу, убил медведя. Ну чё, нормально? Он умер от позора. Гарпуны собираются зато в легкую. То есть, если даже примерно помнить, где их оставил, то... Он вертолет. Да. То, в принципе, можно довольно хорошо с боеприпасами своими. Нет, орел. А, вот он. Вот это он улетает. Гарпун весь просто. Интересно, машина, он так же эффективно? Конечно, будет забавно, если можно машину сбивать, да? Еще бы можно было пользоваться с вертолета. А ты проверь. Да нет, я не думаю, видишь, он сильно увесистый. Так.
Так, теперь главное пойти туда, куда надо. Зайти в правильную палатку. Сабал, открывай. Аджай пришел. Аджай, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Добрые люди Керата. Думаю, вы будете рады узнать, что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Я жив, и в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. Я призываю вас, жителей Керата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют сил. Но у меня нет повода усомниться в вас. Да, признаю, перемены коснулись и моей организации. Мисс Нур и Пол де Плёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну что ж, пожелаем им удачи во всех будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем жалкая попытка противиться переменам. Знаете же, Юма Лау, мой главнокомандующий, моя правая рука, которой я целиком и полностью доверяю, защитит меня от любого убийцы. Она готова умереть, спасая мою жизнь. Ну же, давайте. Проверьте, на что она способна. Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юма, мой неусыпный страж, ждет. Рискните. Похоже, он бросил нам вызов. Шахты. Ты все знаешь. Так. Расплата. Сейчас как... Ну, давай. Вперед. Расплата, два плата, три. А вот смотри, с этого бугра пролететь туда может. Это разве орел? А на чем мы не взлетели? У тебя сильно тяжелый предмет в руках. И к плакату. Так, отличненько, давай, попробуй. Сделай это. Жаль. Ну ладно. Ладно, плакат хоть снимем. Пошли сразу, наверное, на задание. Конечно. Так, где здесь подъемчик? Вот тут. Так он до него не докидывает кошку. Значит, он где-то, значит, где-то слева рядом. Или справа должен быть. Да. О, вертолет, кстати, есть рядом, справа. Давай, забирайся на вертолет. Где ты его увидел? Да вон, на миникарте. А, наверху? Да. Отличненько. Ну, вот и медведя. Ну, медведи гарпун берет на ура. Под хвост ему. А, хорошая, конечно, штука. Не знаю, как она нам в бою будет, конечно. Ну да. Но побаловаться явно, ну, весело. Да, пулемет потом... она, конечно, не заменит. Ну да. Явно не заменит, поэтому
мы обязательно его возьмем обратно. Ну, сейчас побалуемся немножко. Да. Может быть, где-то в каких-то обстоятельствах он и полезен. Оп, ладно, только что на этой высоте было все в порядке. Выходи, выходи. Все нормально. А он все равно не даст тебе лететь. Не, это бред. Ну, бред. У Ubisoft встречается часто. Просто, очень часто. Блин, оскорбление наших пилотных чувств. Гирокоптера. Так, ну вот. Найти Юму нужно. Какое задание? Тут надо, наверное, уже поаккуратнее дальше идти. Чтиво, совершенно секретный отчет от экспедиции 04. Прошу подтвердить, следует ли нам продолжать поиски. Мы потеряли в горах половину людей и до сих пор не нашли никаких следов Шангрила, Тханка или монастыря, который, по данным разведки, должен тут находиться. Для продолжения раскопок нам нужны дополнительные лески и материальные ресурсы. Солдаты пребывают в ныне и страдают от высотной болезни и обморожения. Ожидают ваших приказов, лейтенант Ядав. Ядав. Юма все пытается найти Шангрила. Но демонов она уже как-то, можно сказать, натравила на нас. Да. Симпатично. Да. Так, что нам тут? Юму тут найти надо, что ли? Прям вот тут. А посмотри, прохода за ним не было? Нет, не было. Под хвостом. Стрелы. Просто повернись, посмотрим, что здесь вообще, где лежит. Крыса. Вон, смотри, денежки. О, 2000. Так, но тут должен быть какой-то проход, мне кажется. Даже не здесь. Нет? Вот. А еще можно было дальше, да, пройти? Да, но видишь, что это какая-то область. Я ощущаю это в воде, я ощущаю это в земле. Видения никогда не лгут. Видения сказали свое слово. Юма моя бедная, во имя Господа ты умрешь. Прости за откровенность, но это чистая правда, и с ней не скажешь. Ты познаешь худшую судьбу из всех возможных, если не сбежишь. Беги, беги, сломя голову, беги, пока Керат не останется смутным воспоминанием. Это твой единственный выбор, сэр Найджел. Так, ну давай. И что здесь надо? Найти Юму? Да наверняка там. Просто тут надо что-то сделать. Бочка. Вот встань сюда. И посмотри на тигру этого. Там что, что-то есть? Хм. Какого черта? Смотри, а, вот точка сзади. Да. Свитки на санскрите. На всю эту странную страну удалось найти одного человека, читающего на санскрите, а Деплёр притащил его полумертвым. Прежде чем истечь кровью, он успел перевести несколько отрывков из свитка, добытого последней экспедиции. Демоны вторглись в Шангрила. Не из этого мира, не от ясного ума. Кто-то что-то жаждет заполучить Шангрила. Что за демоны? Защитники Ракшаса? А голос? Это был Калинак? Нужен другой переводчик. Что это было? Теперь ты в моей шамбре. Ладно. Ну, Анджай у нас уже тренированный парень.
Проверь, нож есть? Ничего нету. Пейган послал мальчишку убить меня? За все, что я для него сделала? Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху мать. Его было не остановить. А твоя мать? Твоя мать? Твоя мать. Записка слева. Р. Аджай. Обновление политики безопасности. Высылаем образец токсина. Кира доказала его эффективность, что, впрочем, ничего не меняет. По мнению всех наших ученых, мы на верном пути. Поэтому разработку мы и не думаем останавливать. Никогда еще мы не были так близки к успеху. Что ни говорили. Даже побочные эффекты, в том числе галлюцинации. Не говоря о проблемах проекта в нашем общем доме, найдется место всему. Мутор. Хм. Короче. Пещерка преобразовалась. Оу, фак. Это Шангрила в реальном. Оу, ну-ка посмотри. Зацикленная запись. Короче, нас предупреждают, что самитой лучше не водиться. И вот это не водится. Это кровица. Вильям стал слабым. Она сделала его тенью того, кем он был раньше. В тот день он перестал быть королем. Сломался. Стал слабым. Еще одна запись. Симпатичненько, правда? Ну да. Все, проблемы. Уничтожьте ворота. О, смотри, сколько их стоит. Ох ты, ё-моё. И слева посмотри, сколько. Ну все, молись. Можно, кажется, в эти огненные штуки стрелять. Давай, огонь. То есть охотники это приспешники Юмы. Ну да. Спрятался, чертяка. Ох ты, блин. А, блин. Да на тетиву ее ложи. Смотри, сколько их, охренеть можно. Отлично. А кластерных снарядов нет? Не. А жаль. Смотри, в бетон воткнулись. Хм. Камень. Классные стрелы. Так. Ну что, кажется, пора уничтожать ворота. Только как? А, стой, отойди. Тебе ж надо выстрелить сюда. Да. Тарзанка. Так, куда дальше? Вот. Ага, еще выше, видишь?
Да ей движет любовь. А им наркотой. Ну вообще он должен был быть привыкшим после йоги и реджи. Ну да. Так. Что здесь темное? Вон дальше. И слева где-то. Вот. Ну. И еще дальше давай. Отлично. И еще левее. Да. Прям ассасин, блин, какой-то. Ну, студия-то одна. Тарзан! Ляп. Почему нам тигра не дали? Дайте лук обратно. Это типа, чтоб не застаивались. Какая уютная пещерка. Так. Мы, кажется, вернулись. Ну да, по ощущениям. О-о-о. Крошка, ты готова? Какого черта? Ладно, хватит игр. Шоу, Куа. Мы оба знаем, чего ты хочешь. И без игрушек. Нам нужно убить Калинага. Эй, иди сюда. Справа, да? А, вон он на той стороне стоит. Ух ты. О, а он молодец. Чё ты, туши огонь. Да я так хотел его поймать, что... Чтобы поджечь? Когда горишь, ты этого сделать все равно не сможешь. Справа. Так, вон он. И убийство. Да. Так, и? И что теперь? Оп. Парниша, режь его. Итого, нож нельзя кинуть, да? Давай, бей его. О, слушай, они не кисло так взрываются. Ой-ой-ой-ой. Не стой на месте, не стой на месте. Беги. Давай, в этот. Чёртов тигр. Лечись. А блин, садят со всех сторон, сволочи. Ты по огню стреляй, если тигр рядом. А, вон Калинаг бегает вот. В середине. Вон он слева. Давай, Калинага. Вон. Пока он без тигра. Давай. Ах, черт, бери. Чуть-чуть. Да. Не успел. Ну,
Да блин, давай, давай, давай. Я бегу, 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 бегу. Так, контрольный. Ему идет. Да. Блин. Промеж бровей. Вот ты задрал. Когда он был на нашей стороне, было веселее. Давай, бей его. И что бы это значило? Что, типа, мы убили Юму? Сабал, Юма мертва. Хвала Банашуру! Вот она, воля Кирата! Махан гордился бы тобой и твоими деяниями, брат. Теперь освободи Кират. Убей Пейгана. И все закончится. Че, прям вот так вот сразу? Я не готов. Нам еще нужно захватить крепость Юмы. А мы тут еще, блин... Столько ванпостов не разбомбили. Ну да. Так, ну что ж, друзья, я думаю, что на этом серия подходит к концу. Да, оставайтесь с нами, подписывайтесь, если еще не подписались, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь там, участвуйте в конкурсе. Всем победы и добра. И на этом пока.